Бум! Йоу, what's up, homies? Добро пожаловать на новый выпуск NBA 2K20. Сегодня мы играем, продолжаем играть летнюю лигу NBA. Надеюсь, мы ее сегодня нахрен закончим, и в основном закончатся гребаные катсцены, потому что я настолько устал их переводить и озвучивать. Я, кстати, заново переделал свой фейскан. Раз 10, наверное, новый заоружил фейскан, и он все равно получился у меня херовый. Но я, короче, просто под конец устал и оставил его как есть. Сейчас вы на него посмотрите и, наверное, скажете: «Господи, что ты с ним сделал?» Чей? Чей? Зайди ко мне. Закрой за собой двери. Ты сегодня в старте. Спасибо, тренер. Ты заслужил. Знаю, видеть меня на первом дне тренировок было нелегко. Не буду врать, это было сюрпризом. Наверняка. Знаешь, я начал тренировать из таких детей, как ты. Ребята, которые действительно верили в концепт команды и ставили других перед собой. Я не пытался наказать тебя. На самом деле, я уважаю то, что ты сделал для Портера. И то, что я не мог сделать это сам, то, что я дался под силу и под давление своей работы, от этого меня тошнит. Я хочу, чтобы ты знал. Меня не попросили уйти. Я выбрал это сам. Эта команда? Этой команде повезло, что ты в них есть. Сделай мне одолжение. Какое? Я хочу, чтобы ты вышел и принес эту победу. Конечно, тренер. Все нормально, тренер. Хорошо. Хорошо. С какого перепугу наш тип знает французский? Здравствуйте. И еще такой вопрос. Какого хера улыбка моего типа такая страшная? Она мне будет в кошмарах снится, отвечаю. Это не улыбка, это жопа какая-то. И мы играем в финальной игре летней лиги против нашего братика французика. Поэтому давайте его быстренько разнесем. Паскал, давай, разнеси его. Камон, 2-0, камон. 5 минут четверть, ничего страшного. Я готов. Я играю разыгрывающего, я так понял. Или нет? Или да? Камон, defense wins championships, парни. Дабл-тим. Смотрите, какая защита, вообще просто... Просто Golden State 72 игры, которые когда выиграли. 73, точнее. Нема. О, airball. Великолепно. Вот это первое чисто. Это Джордан Белл еще был. Ха-ха. Все понятно. Это этот усатый тип. Нормально. Quick first step работает. Это еще 2 очка. Здравствуйте. Эй, Эшли, я тебя вижу, брат. Попади. Е-е-е. Ты мой усатый друг. Не усики, а проход в трусики. Нема. Подбор за мной, камон. Хоть такие мячи должны себе забирать. Спелман! На 3 в угол, камон. Фак, брат, ну ты гони. Паскал? 3-ха. Perfect release на 3! Ууу, найс! Very nice. Мне нравится. Первая 3-ха. Эй! Е-е-е, переход! Давай, проходи. Е-е-е.
Данчить я еще не умею. У меня дать по 37 данк. Камон, дефенс, 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 парни. Дефенс. Ой, усатый тип. Усатый тип решает. Спелмен. Это Маккини. Ну, через моего братика поставил. Камон. Разносим. Ой, Рид тут порешал. Ой, промазал, нормально. Вкидывай, 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 вкидывай. Перфект лист на флоутере. Свищ. Я надеюсь, что будут катсцены, как мы против AW играем в NBA. И у нас будет, типа, типа соперничество. Я на это очень надеюсь. Давай. Дабл тим. Хорошо. Дабл тим, хорошо. Е-е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 
эти 2 очка, мы ведем плюс 6. Рывок у нас пошел, камон. Отлично, мы ведем после первой половины 32-30. Игра намного ближе, чем мне хотелось бы. Мне надо бы чуть-чуть больше разрывчик. Я в Golden State буду чисто таким их разыгрывающим. Буду типа вторым Дреймондом Грином, который ассисты будет раздавать. Бросать я так особо сильно не буду, потому что у меня броска особо нет. Но ломать лодыжки и давать мяч Стефу и Клею на трёхе, и Дилоу, конечно, это очень важно. Подбор за мной, я тут влетаю на подбор. Макини, брат, беги. Беги, брат. Средний? Окей, ладно, я возьму. Главное, что ты забил. Ты тип с NBA, поэтому решай, показывай, что ты с NBA, брат. Я ж не против. Давай. Они уже даблтимят от меня, Макини, я вижу открытый. Макини, еще раз 3. Бросай 3. Макини, камон. Ладно. Они меня даблтимят, у меня только 13 очков, парни. Расслабьте лошадей. Нема. Фак. Оп, я вижу усатого парня. Бросай 3. Это Мани. Усатый парень промазал, то ты шо гонишь? Нахера тебе такие усы, если ты трёхи не можешь попадать? Давайте, пожалуйста, не проигрывайте только. Что у нас? Рим 4, я в шоке, нельзя проигрывать. Давай, погнали, парни. Мы бежим. Спелман, фол, отлично. Ху, блин, нельзя проигрывать. Какого хера меня заменили, мы проигрываем? В Спелман, не подводи меня! Мне не нравится то, что мы размениваемся постоянно. Внимание. Наш, да, хорош. Давайте, надо быстренько. Паскал, давай. N1, Паскал, сюда, хорош. Можем сравнять. Камон, не подведи, брат. Хорошо. Фух, догнали. Камон, блядь. Мы не можем проигрывать эту дичь. Нема. Рид, девочка, Рид. Нема, на него сфаляли. Нахера, блядь, нахера ты фалишь? Зачем? Иди в жопу, нет, фу. Фу. 59% он попал. Блин, а мне фол, я штрафы бросать не умею. Нахер я это сделал? Камон. 12-й пик, пацаны. Все, кто спрашивал. Перфект лист, камон. Забил. Ух, это я очканул, потому что у меня штрафной 55. Блин, как у нас только, блин, ровная игра? Вообще. Если они сейчас выиграют сирена, я ж вообще, блин, дохерею. Мне даблтимить надо. Но они, блин, разменялись опять. Мне это вообще не в каев. Нема. Он попал. Fuck you! N1! Блин, мне плотину поставили. Капец, мы проиграли летнюю лигу. Я не могу в это поверить, реально. Вот и он, революционер. Я же говорил. Успокойся, это всего лишь летняя лига. Посмотрите на этого кота. Будто твоего тренера колледжа не подписали на следующий день после тебя. Спасибо, кстати, что предупредил. Я знал, что ты выдержишь. Ты там всех убивал. И да, у меня есть кое-кто, кто хочет встретиться.
Слушай, Зи, с кем у нас встреча? Нет. С кем ты встречаешься? Давай, иди. Пришло твое время. Садись, братишка. Когда я впервые пришел в лигу, я только пытался показать себя. Был только баскетбол. Спустя время я понял ответственность и возможность, которую мне предоставили. Я говорю за тех, у кого нет голоса. Люди, которые росли как я. Бедные, без надежды. Эти люди, эти дети, они существуют на каждом уголке планеты, и они заслуживают шанса. Я верю, что одному человеку невозможно все повернуть. Но у нас у всех есть долг, потому что когда-то кто-то подобрал и нас. Поэтому мы и расплачиваемся. Думаешь, ты готов к этому? Я знаю, я готов. Добро пожаловать в лигу. Окей, very nice. Мы закончили главную историю, ту со всеми этими долбанными катсценами. Не придется теперь по 500 тысяч дней, часов переводить эту фигню. Спасибо. Спасибо, Шелдон Кендис, продюсер Леброн Джеймс, Мэвери Картер и все ваши гребаные актеры. Давайте скипнем эту дичь. NBA 2019-2020 NBA season. 12-й пик, ребят, если вам интересно. Мы были под 12-м пиком. И комментатор рассказывает, что меня выбрали вне лотереи, но меня выбрали в лотерее, потому что вне лотереи это 15 и выше. Вау, меня сразу так закинуло в первую игру против Клиперс. Вы шо гоните? Да ладно. Капец, 70 общий, первая игра против Клиперс. Я даже не успел поставить сложность свою. Лу Уильямс, Патрик Беверли. Монтрес Хэрролл. Сейчас еще Пол Джордж и Кавай подъедут. Четверть 5 минут стоит, я ничего ж не смог поменять. Капец. Все понятно, что с Golden State в этом сезоне будет. У них Глен Робинсон третий стартует. Окей, ладно, в жопу. Это Premier Week. Отлично. Chase Center. Новая арена Golden State. Клиперс выиграли первую игру против Лейкерс в первой игре сезона. Ну, я готов, парни. Я готов. Камон. У нас что? Клей, Стеф... Клейстеф Дило. Не, Дило со скамейки, походу, выходит, да? Если Глен Робинсон третий начинает игру. Да, Глен Робинсон третий, Дреймонд Грин и Уильям Калистан. Дило выходит со скамеечки. Вместе со мной. Ни херово не скамеечка, если я и Дило буду выходить. Но я вам говорил, что я прокачивать игрока буду за счет VC, который я заработаю в карьере. Поэтому не будет такого не будет, что типа... А, меня не выпускают в первой игре. Великолепно. Так что такого не будет, что я просто куплю висюш и вкачаю его до 85. Я буду его вкачивать. Я думаю, 85 он будет у меня аж к концу сезона. Пока мы все это скачаем, докачаем. Кава Ленард, лучший игрок игры, уже говорят. А ну, давай, Стеф, выиграй.
А Стеф даже не в игре. Глен Робинсон на победу. Глен Робинсон на победу! Трёху попал! Стеф на лавке ради этого сидел, прикиньте. Окей, мы наконец-то в главное меню. Хорошо. Check messages. Так, окей. Прогрессион. Давайте зайдем в прогрессион. Вот уж у нас 2К VC. Так, ну я думаю, что нам надо. Что нам надо? Болхенды поднять. И дриблинг поднять. Хотя, давайте до 75 болхендинг поднимем. Окей, у касики. Короче, так и будет. Так, и баджи. Еще один у нас есть на плеймейкинг. Давайте, наверное... Давайте quick first step на серебро поставим. А потом уже будем ankle breaker заниматься. Окей, ребят, ладно. Пока на этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на мой канал. А я увижу вас в следующем выпуске. Я пока поиграю, позаработаю чуть висюшек и... Да. Ладно, увидимся. Пока.